Today's my birthday and celebrating it by going to KFC with my friend Ashton and Ethan. We're just waiting for our friend. All right. Would you introduce your friend to Ashton? It's my best friend Ashley Weston. Brilliant. Ashley, do you want to say something? A few words, please. Happy birthday, Eva. Thank you guys for inviting me to Eva's birthday. Oh, it's not She's growing up so fast. All right. And here is Ethan. Yeah. Who's your best friend? Here, Diana, Nina, Девочки, вот здесь мы пришли, правда, в Еве день рождения, мы заказали еду. Вот, Ева выбрала этот ресторан, сейчас мы будем обедать. They invited us to this restaurant. Oh wow. Eva, we're very sorry that we haven't managed any gift for you for this birthday. We're very, very sorry. We just won't enough funds for that, but we've got a little humble gift for you today. You know, Eva, I'll give it to you now. Oh wow! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Eva! Happy birthday to you! It's not cute. Sorry, but that's what we can give you today. It's alright. You like it? Oh, Ethan, more happy than you. She's trying not to cry. Oh, yeah. Ты рада? Да. Точно? Да. Ну, это моя радость. Диана, ты кушаешь? Что ты кушаешь? What you eat? Meat? You eating chicken? What you eat? You chicken? You eat chicken? Нет, извини, я не дам тебе. Sorry, no. No, sorry. Окей, see you later, Диана. Bye-bye. Мама, что у нас тут на столе?
Italian salad, ветки от курицы, mashed potato, немножко пепси-колы, чипсы картофельные, бургеры, и у Евы попкорн чикен, бургер. What is she eating? Замеши. Замеши? О, яки. No, just potato and oh, it's a potato ball. Yes. Oh, wow. Well, my chicken legs are somewhere, or you finish that, you finish that. Okay. Сейчас я покажу вам ресторан, в котором мы с ним отправляли Еве день рождения. Ева! Привет! Да, ну-ка, что это такое? Я уже о нем снимала. Уже это записано уже? Да. Ой! Нифига себе, прикольно как! Это очень маленький. You like it? Да. Yes, I love it. I'm just thank you, Mom. Kiss your mom. Kiss your mom. Я сниму тут наш ресторанчик небольшой. Называй его на три буквы. KFC. KFC. Вот здесь вот люди. Кушают, обедают. Здесь очень недорого. А здесь Алёша стоит. Привет, Алёша. Алекс. Алекса. Ай, Диана. Пойду поснимаю. Да. Это такая красивая барная стойка. Такая со стульчиками красивая. Там вот такие как бы кабиночки на семейных. Вот, или для людей, которые, скажем, хотят уединиться. Это мы сидели вот тут за большим столом, потому что у нас 7 человек. Поэтому нам нужен был большой стол, кругольный. Вот, и есть еще место за стеклянной стеной. Вот там, как бы, люди дышат уличным воздухом. Там вот тут прокрыто, свет, столики тоже. Сейчас покажу меню. Так, это что у нас там? Туалеты. О! Там туалеты. Вот это у нас прилавок, где заказывают еду. Сейчас я покажу еду. Где тут у нас еда? Вот. Салат. О, а вот это еда. Вот здесь 20 молодил. А еще есть люди покупают из окна. В смысле, там машины подъезжают, заказывают, берут уже заказанные товары. Вот. Тут потребители пришли. Заказывать себе еду. Вот здесь красивый телевизор есть. Много людей. Слышали? Вот. Очень здесь все вкусно и здорово. Вот тут мы все заказали себе. Очень все просто, удобно. Вот продавцы. Очень улыбчивые, очень доброжелательные. Хорошие. Вот. А куда мне это положить? А, положи в сумку в синюю. Хорошо. Ладно. Тут все сертификаты есть, что еда качественная, хорошая и сезонная. Есть информация. Ага. Все, вот наши двери. Ну все, мы уходим. Вот моя семья. Все, let's go. Окей. We going outside. Мы можем здесь сделать фотографию. А, ты хочешь фотографию? Да. Окей. Сейчас у меня тут фотоаппарат где-то. Вот здесь вот
стоянка, парковка для автомобилей перед вот этим небольшим ресторанчиком. Stay somewhere here, so it will be shown. Да. Yes. We don't put... Oh, you see, KFC. This is our restaurant. Возьмите Диану за руку. Сейчас наша семья будет фотографироваться. Ну-ка. Диана! Диана! Look at daddy! One more time. Ready, steady. Oh, cool. Thank you. Вот и сфоткали. Ну все, на этом мы закругляемся. Пойдем домой есть десерт. Вот мы идем домой. Да? Здесь у нас новые дороги построили, красивые. Мосты, куча мостов. Привет, мамочка. Привет, красавица моя. Пойдем. Хочу поснимать, где мы живем. Да, сейчас мы идем в нашу деревню. Там, где мы живем. Вот это наша дорога, по которой мы ездим каждый день. А вот там Tesla Korea Center. Большой такой, как бы сказать, зал. Там и концерты проходят, всякие сборы, всякие там конференции. Все такое. Вот. Мы живем как раз напротив него. Вот там моя семья идет. Андрей, Дианка, Алёшка и наши гости, Эшли и Итан. Девочка идет рядышком. Вот она, моя девочка. А вот мамочка. Да, мамочка тут. Вот. Ты видел, кто под пяткой держит? Так, идем. Ладно, поставлю паузу пока.